поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Выступающим на сцене. Ну и много для себя сегодня узнаете. Мне очень стыдно и печально, что вы не знаете. 75 лет – это прорыв, плакат Ленинграда. А 74 года, 27 января 44 года – это день снятия блокады. Это необходимо знать уже хотя бы старшеклассникам. Итак, мы начинаем. Петербург – один из красивейших городов мира. Недаром его называют Северной Венецией. Но у этого города есть и другое имя – Ленинград. Оно сохранилось в памяти народа как символ стойкости и непокоренности. История человечества не знала такой самоотверженности, такого беспримерного мужества, какие проявили годы войны жители блокадного Ленинграда. Когда я приезжаю в Ленинград, перед загаром солнца чайки стонут, ночь, звезды прямо в душу не летят, голубые не верят, никогда не будут. Из неба, из воды они глядят, напоминая мне и Ленинграду, что эти звезды – слава всех солдат, прорвавших ненавистную блокаду. Тебе, великий город, тебе, великий Ленинград, посвящается. 1941 год. 22 июня мирный Ленинград готовится к выпускным вечерам. Выпускники старательно разучивают самый модный танец – вальс «Ростом».
Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы по многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Пауна и другие. Внимание, товарищи, война. На землю нашу просто брать. Грозно враг ломился под рудины, грозовой раскат, и ученик солдатом становился, и воевал бесстрашно, как солдат. Враг рвался к Ленинграду. К концу августа гордо подошли лучшие части гитлеровской армии, еще не знавшие в то время поражений. 8 сентября 1941 года врагу удалось сомкнуть кольцо. Началась блокада Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. Но ленинградцы не собирались сдаваться врагу. Из радиопередачи «Говорит Ленинград», сентябрь 1941 года. Мы, ленинградцы, будем биться с врагом так, чтобы наши дети могли гордиться делами своих отцов, которые не только строили и украшали свой город, но и защитили его смело и отважно, жертвуя всем на благо Родины. Мы победим! Ибо хотим жизни, свободы, счастья. Надвигались холода, остановился транспорт. Не было электричества и топлива, замерз водопровод. Но главным врагом ленинградцев стал голод. Ввиду блокады города с 20 ноября властями Ленинграда был введен норматив по отпуску продуктов питания. Размер продовольственного пайка составлял рабочим 250 грамм хлеба в сутки, служащим, вишневецам и детям до 12 лет по 125 граммов, личному составу военизированной охраны, пожарных команд, истребительных отрядов по 300 грамм, войскам первой линии 500 грамм. 125 локальный грамм с огнем и кровью пополам, писала поэтесса Ольга Берголь, находясь в осажденном городе. Просто выжить в блокадном городе уже было подвигом. В осеннем тумане, в январском снегу, стоит Ленинград, в морском городе, с дворцами и парками, строго красиво, как будто скрывает широкий зарешок. Блокадный бит под обстрелом в снегу не сдался, наш город и родина. Наш Ленинград стоит, победе кричит, и все слова бессильные и пустые, чтобы потомкам передать величие его неповторимой красоты. В январе 1942 года Красная Армия предприняла первую попытку прорыва блокады. Войска двух фронтов, Ленинградского и Волховского, в районе Ладожского озера разделяло всего 12 километров. Однако немцы сумели создать на этом участке непроходимую оборону. Советские войска понесли огромные потери, но так и не сумели продвинуться вперед. Солдаты, которые прорывали кольцо блокады со стороны Ленинграда, были сильно истощены. В течение 1942 года были
было предпринято 5 попыток прорыва блокады, но все они оказались неудачными. Печальным символом блокадного Ленинграда стал звук метроном. Метроном – это прибор для установления точного темпа музыкальных произведений. В осажденном городе часто не работало радио, когда в эфире скучал метроном. Выстрелить он начал воздушный тревог, медленный огонь. Мне тебя забыть бы надо. Только все напоминает мне сегодня об одном. Ленинградская блокада. Ленинградская блокада. И стучащий неустанно ленинградский метроном. «Дорога жизни» – название снеговой дороги через Ладогу зимой 1941-1943 года. После достижения толщины льда, допускающей транспортировку грузов любого веса. «Дорога жизни» фактически была единственным средством сообщения Ленинграда с Большой землей. Работа водителей на этой дороге была исключительно опасной. Дорога находилась под постоянным обстрелом и бомбежкой немецкой артиллерии и авиации. Но тем не менее, по этой дороге в оба конца перевозилось более 6 тысяч тонн груза. Пусть ветер сладкий, поведает дорогу, как летом бар за вожой грузили, что непогодник забыть на отдых и помощь.
Зимой машины шли здесь вереницей, и лед на Ладоге трещал. Возили хлеб для северной столицы, и радостно нас Ленинград встречал. Наряду со взрослыми участниками обороны Ленинграда стали и дети. Тысячи подростков вставали к станкам, дежурили ночью на крышах домов, хоронили родных и умирали сами. Многие из них вели дневники, дневника Юрия Рябинина. Теперь я мало забочусь о себе. Сплю одетый, слегка прополаскиваю утром лицо. Рук мылом не мою, не переодеваюсь. Я живу в голоде, среди блок. Следующая запись. Эх, как хочется спать. Спать, есть. А что еще человеку надо? А будет человек сыт и здоров, ему захочется чего-нибудь еще. Месяц тому назад я мешал о хлебе с маслом, с колбасой. А вот теперь уже об одном хлебе. Еще одна запись. Боюсь, что и дневник этот мне не придется закончить, чтобы на последней странице поставить слово «конец». Уже кто-то другой допишет его словом «смерть». Так и случилось. Юра Рябинкин навсегда остался в Ленинграде. Дневник маленькой ленинградки Тани Савичевой известен всему миру. Он стал одним из обвинительных документов против преступлений нацизма на Нюрнбергском процессе. Таня Савичева жила на третьей линии Васильевского острова. А школьница в младших классах Валя Донс жила все 900 дней ленинградской блокады на пятой линии Васильевского острова. Валентина Гавриловна Донс выжила в блокаду в Ленинграде. Ее рисунки мир увидел спустя 65 лет. И самый дорогой рисунок 27 января – полное снятие блокады. Посмотрите и вы на эти простые, искренние рисунки маленькой девочки. Thank you.
сны. Операция войск Ленинградского фронта, в результате которой 27 января 1944 года блокада была полностью снята. В результате мощного наступления войск Ленинградского фронта немецкие войска были отброшены от Ленинграда на расстоянии 100 километров. Через 872 дня после начала блокада закончилась. У дороги жизнь, шепчутся березы. Седину лохматит дерзкий ветерок. Не печальте, люди, и не прячьте слезы. Плачет вместе с вами каменный цветок. Сколько их погибло, юных ленинградцев? Сколько не услышат грома мирных грез? Мы сжимаем зубы, чтобы не разрыдаться. Чтобы всех оплакать, нам не хватит слез. За годы блокады погибло по разным данным от 400 тысяч до 1 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов. Остальные 97% умерли от голода. За все время битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряла Англия и США за все время войны. Объявляется минута молчания. Прошлое свято и дорого.
победами горечь утра. Вечная память защитникам города, вечная слава защитникам города, вечная слава тебе, Ленинград. Спасибо, ребята, учащиеся 11 класса. Сегодня подготовили и провели мероприятие. Шамкова Марина Васильевна на заднем плане. Спасибо большое. Шамков Станислав Валерьевич. Учитель русского языка и литературы Ирина Николаевна. Несомненно, помогали ребята 7 А классе, кто танцевали у нас. Огромное спасибо всем, кто был на сцене, принимал участие и сейчас выступал на сцене. Ребят, ну теперь вы помните, надеюсь, да, дату? Поднимите руку, какого числа и в каком году снятие блокады Ленинграда. Почему одна рука? 8 января. Я надеюсь, все это запомнят и будут помнить и хранить в сердцах эту память, потому что это тяжелые дни, вы должны знать об этом. И не только знать, а сопереживать. И готовы. Если есть среди ваших знакомых бабушки, дедушки, то мы, к сожалению, сегодня должны были пригласить Львову Марину Дмитриевну. Она не смогла прийти. Я надеюсь, у нас будут с ней еще встречи. Больше общайтесь с теми людьми, которые жили и переживали все моменты жизни. В мире взрослых сегодня тревожно. В мире взрослых согласия нет. Поэтому юный художник за ромашку и против ракет. Пусть картин наших нету в музеях, их сотрут озорные дожди. Если дружбы мы